посидеть. Ну что такое? Как немецкие овчарки взаимодействуют с семьей? Вот как они себя ведут дома, где есть ребенок? Ну, на самом деле, собака у нас очень давно, ей уже 6 лет. До этого были другие собаки. Ну, конечно, овчарки более искренние в отношении к детям. То есть они любвеобильны. Чем вы занимаетесь вот со своим питомцем? Я с Мукой играю и выгуливаю ее. Дрессировкой занимаюсь. А какие команды она умеет делать? Сидеть, лежать, голос. Основная команда пас. Уход и содержание. Что нужно знать, прежде чем заводить немецкую овчарку? Что за ней довольно хороший должен быть уход. В общем, как за ребенком. Собака с неприхотливой репутацией, но на самом деле уход должен быть. В моменты линьки даем лососевое масло, вычесываем еженедельно, моем по мере загрязнения, следим за самочувствием. Овчарка собака большая. Требует ли она столько же много выгула? Да, требует. Собака должна не менее за один выгул, не менее часа гулять на улице. Выгулов должно быть 2, а то и более. И пробегать должна не менее 15 километров. Собакой надо и бегать, и палочку кидать, и по мере возможности, если на выгуле присутствуют какие-то барьеры и так далее, все это прыгать. Дома они себя ведут замечательно. Если хорошо погуляли, если вы отсутствуете, ничего не грызут, ничего не портят, ждут, охраняют, обязательно скажут, что они есть в квартире.